Снимай, чувак на заднем бампере. Да. Ох, это капец. Что? Мне кажется, он будет ехать лицом метра три еще, когда через взлетит. Крышу? За УАЗом. Срезая... Я думаю, там портрет будет. Срезая камыши, блин. Сразу к этому слепому поедете. Я первый раз Сэма так. А куда я так впервые? Ох, ты ж бляха, муха. Какие брызги. По-моему, умыл штурмана. Я говорю, штурман приносит несчастье. Сейчас я перезаеду, пока он на бампере. А, главный дворник работает у него. Шикарный бэкамерин. По просьбе друзей еще раз катнем. Это капец. Да-да. Ты видел? Как там пилоту видел, интересно давайте. Было в этот момент в кабине? По-моему, он приносит несчастье. Что он ощутил? На праздник. Слышишь, так пилот, так сзади еще пассажир, да? Попахивает от кого-то. Как хорошенько так. Я на ту сторону ехал, починил газовую установку. Мне кажется, ты стареешь на глазах. Раз на стулку, раз на установку, три на обороты. Давай, кроксуй назад. Не поедет. Давай. Штурман приносит несчастье. Дело в том, что они того бы приносят. Трюка, тут камера Sony посчитала, что даже спина твоя счастливая на сегодняшней покатухе. Чем дальше влево, тем все херовее и херовее. Я? Да. А ты типа? Я просмотрел. Ты просто стоишь на берегах? Красивые веревочки висят, они в рукавах у нас. Сейчас на УАЗик заедет. Здесь намного веселее, на той стороне как-то мрачновато сидит. Что-то как-то сюда бегает. Он по колесу ходит, штурман. Он по краю ходит практически. Я сейчас скажу, там если упасть назад, то еще нормально. А если вперед упасть, Паша, будет интереснее. Да, прожует. Я когда-то наблюдал такую картину. Фильм «Трактористы» смотрели, там эти какие-то кулаки переехали через этого тракториста трактором его. В лужу, в болото влетели, запотели, ну, было красиво, я думаю. Так, друзья, еще раз попробуем. Я думаю, сейчас получится. Тут он до сих пор еще может ищет. Бля, они такие на перегонки. У Руслана что-то заклинило, куда он поехал. Он может остановиться. Берет разгон. Оно куда-то едет, блин, а куда? Он разгон берет. Разгон берет? Да. Мы можем не успеть отбежать. Так, что, друзья, полетели? Снимай, чувак на заднем бампере. Да. Ох, это капец. Что? Мне кажется, он будет ехать лицом метра три еще, когда через взлетит. Крышу? За УАЗом. Срезая, я думаю, там портрет будет. Срезая камыши, блин. Сразу к этому слепому поедете. Я первый раз Сэма так. А куда я так впервые? Ох, ты ж бляха, муха. Какие брызги. По-моему, умыл штурмана. Я говорю, штурман приносит несчастье. Сейчас я перезаеду, пока он на бампере. А, главный дворник работает у него. Шикарный бэкамерин. Вторая. Одна пониженная. Ровно так же, как в прошлый раз туда переехал, там же остановился по длине. Вот как у него получалось? А как у него он работает? Так, какие-то рабы у него сидят, крутят такую ручку? Не, пока сидел и не мог, он глумился, а сейчас у него не получается. Все,
нужно выключать. Вот теперь точно можно. Короче, мы разворачиваемся уходить от этих чуваков. Вот так вот поворачиваемся, сзади стоит трактор. И я говорю, блин, сейчас... Это слазит с трактора, подходит такой, смотрит. Присыпать его или как? Ты лежишь из-за... Мадрики. Так, Витя подзастрял. Продолжает борьбу. Смело, смело. Это смело. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Привет. Не очкуй. Давай. Готов. Первый пошел. Здрасте, блядь. Там вас так было. Давайте еще тряпку. А вот чисто. Да, вечерние картинки шикарные просто. Вода чистейшая вообще, прозрачная. Идеально, видите? А ты обтраву вытри ее. Обтраву, конечно. Возьми лист нормальный там он. Да, кусочек травы сорви себе. Я бы отрубился. Это твоя или твоя ветка? Две твои? Что там, Крис? Подъезжай. Крис, где ты? Спасай. Крис, спасай. Чуть не проехали. Они думали, тут УАЗики еле-еле не проезжают. Что? Твердо, да? Мягко. Мягко, да? Песня такая. Я тут не застряну. Красивый пейзажик. Блин, обидно, метр не доехал. Видите, сама едет. Чуть не проехал. Ну, сейчас поедем к Вите. Я думаю, будет там интересно. Это вообще шок просто. Почти залебедили. Нашли проходное место, видишь? На коксе вот тут может можно пробовать. Ну вот тебе. Я еле-еле пытался. Не-не, вот тут на коксе сейчас попробовать. Можешь даже по своим, ну чуть в стороне возьми просто. По моим вот можешь взять.
Говорит, сам выйдет. Говорит, сам выйдет, да. Сам не выйдет. Сейчас цепляем быстро. Квадрик уходит тоже. Нет, это болото знатное. Стой, говорит. Сейчас, давай. Вот это класс! А ну оставь, оставь. А ты что такое проходное, да? Говорит, иди левее, там не по колено. Видишь точно. Чистая, приятная. Господин Жаба, вернись! Ну, славный петь на закончить.
бывает. Ищи место на стыке. Рост, держи, держи рост. Универсальный просто, понимаешь, почему? Плюс большой. Это очень удобно. Особенно когда я 24-400, понял, типа, ну да, все закрываешь сразу. А 2000 еще там 400 или 500, там, понял, еще дальше. И 2,8 объектив. Так, я про камеру рассказываю. Ну как вы так могли глумиться надо мной, мужчина? Да, я тебя нарисую. Оцепляй. Да не, он еще не выехал. Так, у вас едет на автопилоте. Ну, поедет. Поедет. Чтоб квадроциклист не упал, он его не задавил, главное. Не факт. Автопилот. С телефона управляет. С фотоаппарата. У него чип в мозгу. Скажи, что вперед ехал. Сложно, едь вперед. Едь в натяжку, скажи, пусть едет. Я так переехал в натяжку на первую. Скажи, что первая к себе и вперед. Ну как первая. Первая как первая, да. Блин, не хочется мне туда идти так далеко. Ну какой-то он с третьей поехал, мне кажется. Балдоход, сука, аж раздражает меня. Траекторию показывает. Вот это пройдет. Да нет. Сука, я разворачиваю. Тихо, дети смотрят. Сейчас засадят. И она сама тут едет. Да он уже поехал, пока не едет. Хитрый, да? Алилева, колхознички. Привет. А зачем вам заднее? Вам на эту сторону передом надо ехать. А, чтобы знать? Не-не-не, это противоугонная там система. А там его водой сбило, по-моему. Волной, по-моему. Не, ну не волной, там что-то...